Евгорчан, любящих полуночные прогулки, сегодня ждет интересное астрономическое явление. При условии, что повезет безоблачной погодой. Эксперты прогнозируют первое и самое масштабное в этом году лунное затмение. Естественный спутник Земли полностью зайдет в полутень планеты. Момент наибольшей фазы наступит в 0 часов 10 минут по местному времени. Это явление смогут увидеть жители всей страны. Однако синоптики спешат охладить пыл романтиков и астрономов-любителей. В Югре этой ночью будет преимущественно облачно. Впрочем, отчаиваться не стоит. В этом году астрономы прогнозируют еще три лунных затмения.